Всех приветствую, мы продолжаем прохождение реальной политики за Россию. Так, что у нас там, организация Киш, Объединенные Нации, скройся, что-то у нас там шипит, модернизация экономики. В чем проблема, ну-ка. Все, шипение исчезло, видать, от этого окна было. Ладно, области с наивысшим, Казань. Участник не приносит дохода. Угу. То есть, толку ноль, надо немножко по-другому взаимодействовать. Ладно. Ладно. Разберемся по ходу дела. Кто-то провел операцию ухудшить. Так. Вот сволочи. Так, Беларусь. Ядерный щит. Так, там что противоядерная защита. Вы не хотели бы разместить несколько ядерных ракет на нашей территории? Да. А, мы денежки только что заработанные потратили. Так. Албания и Турция в одном блоке. Вы с дуба рухнули, что ли? Так, давайте посмотрим карту взаимоотношений. Сербия. Сербия, Говсоюз. Говсоюз, Сербия. Так. Это что, взаимоотношений не хватает? Помочь стране улучшить взаимоотношения. Выполнить. Так. Кого мы еще можем туда втянуть? Вот Китай не помешал бы. Так. Ага. Мы слишком слабы для этого, да? Китай. Китай. Беларусь. Понятно. То есть, вот этот регион более-менее норм к нам относится. Албания. Что-то с Албанией. Участник трудностей. Пошли в пень. Вы с Турцией союз заключили. Так. Важный торговый путь. Дайте у Турции торговый путь, это же мимо. Так. Мы ищем новых партнеров по инвестициям. Приложение более щедрые. Так. Взаимоотношения в плюс. Рост ВВП плюс. Свободные ресурсы минус. Отлично, берем. Так, то есть мы можем по карте полазить. И поискать, какая страна там чего чудит, да? Дипломатия. Улучшить взаимоотношения. Да, проекты. Ну как ты предлагаешь улучшить отношения? Так, в области не то, ведь нам не надо. Улучшить недовольство. Развитие, культура. Так. Недовольство. Ну и как нам вот погасить 10%, в принципе? Тоже не все так плохо. Ладно, наверное, через вот эти, господи. Через проекты. Очков вроде более-менее накопилось. Давайте пройдем пустые ячейки. Так, там надо паузу все-таки. А, пауза автоматически включается. Ладно, разобрались. Специальные действия. Великое наступление, чрезвычайное положение. Борьба с безработицей. Рост безработицы. В принципе, не так уж и много. Вполне можно активировать. Дополнительное незапланированное финансирование, предоставляемое компаниями. Компаниям для увеличения количества рабочих мест. Да. Послевоенное становление. Православное становление показалось. Так, снижение боевых потерь. Не было такого. Так. Вот, большая лотерея, прирост населения, как недовольство нам уменьшить, да? О, объект недовольства минус. Ладно. Так, цель личного контроля. Так, объект недовольства минус, личный контроль. Ага.
Ладно, действуем, изучаем. Ну и что там, Казань? Казань, у тебя же вроде как недовольство должно снизиться, не? Так. А, так. Есть недовольство. Ну, посмотрим, что там с недовольством будет через месяц. Нам надо с этой игрой экспериментировать, разбираться. Ну, Казань. Казань. Отлично, улучшение взаимоотношений с Сербией. А Казань почему-то нема, да? Вообще никак. Казань, Казань. Ну, это население. Ой, нет, нет, нет. Стоп. Верни деньги. Так. Налоги, биржевый рынок, проекты и события. Что-то как-то неправильно действует. Ладно. Перезарядка долго идет. О, орбитальная станция, счет взаимоотношений со всем миром. Ту-ту-ту-ту-ту. Неплохо, неплохо. Нам бы. Валютные войны, ВТО, посольство, дипломатические миссии. Очки действия увеличат. Очки действия. Угу. В принципе, неплохо. Плюс 700 очков действия, да, берем. Берем. Так. Ладно. Улучшили мы отношения, да, с ними? С сербами. Так. Пригласить в блог. Взаимоотношения. Необходимые боевые единицы. Стоимость выполнения. Очки действия. Так, пригласить. Сербия не желает вступить. Вы с дуба рухнули, что ли? Ушел. Еще улучшить отношения. А мы пока не можем. Если не так, да, так, 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 так. Взаимоотношения плюс. Угу. Ладно, попробуем все-таки Сербии союз наладить. О, у нас претензии есть на все это дело. Вот, понимаете, фигней страдаем, да? Население. Ну, двигайся давай. Культура латвийская, цивилизация западная. Сволочи. Куда это вы на запад собрались? Выборы у нас скоро будут. Борьба с безработицей. Проект завершен. Как нам именно по области-то посмотреть? Модернизация экономики, счет, ВВП, так. Инфраструктура, а, сколько всего. Карта взаимоотношений, ладно, закрыть. Проект свободный. Куда так деньги улетают? Налоги, биржевый рынок, долг. Откуда у нас долг? Так. Офигеть! Откуда столько? Ага, вон еще и на проекты, походу, много тратится. Угу. То есть нам сейчас не до новых проектов. Хотя дипломатические миссии вроде бы денежку-то не едят. Или едят. Черт пойми, как оно все это. Снижение недовольства, воинственности, ап. Внутренняя политика, во. Пропаганда в школе. И содержание. Нету денег. Денег нема. А, да. Успех, отлично. Город нового поколения. О, господи. Все гораздо сложнее, чем мы думали.
Действия шпионов могут привести к банкротству. Мы никаких шпионов не засылали. Так, следующие выборы. Почему-то в этом регионе вот так-то... А, тут войны идут, это типа автоматы стреляют. Может, нам тоже с кем-то повоевать? О, карты общества. Налоги, пропаганда. Только нафига нам Прибалтика? Ну, надо страны с экономикой получше. Финляндия, допустим. Ну, чем Финляндия нехорошая страна с денежками, да? И армия у них как бы так бы. И они не в блоке. А, дипломатия, дипломатия. Хотим мы вам объявить войну. Да. Хотим мы вам объявить войну. Зачем? Потому что, по идее, у вас должны быть деньги. Так, окей. Вот флот можно задействовать весь. Начать. Ага. Значит, засада, засада. Это они готовят засаду, да? А мы... Так. Смертоносность. Угу. То есть это... То есть это риск для нас или для них? Защищенный фронт. Это что такое? Это таки шо? Пехота необходима единицы. Ага, то есть наверху наши показаны, внизу ихние. Я так понял. Захватите дороги. Резервы, резервы. Фиг пойми, как вот как это понять? Ну вот это наши разделенные. Хотя да, наверное, может превосходство в воздухе взять. Займите аэродромы. Ага. Так, положение войск во время операции. Так, сходите. Это там. Понятно. То есть вот эта полоска это успех. Шанс на успех. Смотрим, что у нас тут есть. О, превосходство в воздухе. Нормально, да, берем превосходство в воздухе. Погнали. Замечательно. 12% взяли. Так, значит, далее, далее. Захват линии снабжения. Берем. То есть позволит нам как бы основных боев избежать пока что. Не терять свои войска. Засаду против нас сволочи готовит. Угу. Ну посмотрим, как он туда. Победа в военной операции. А, то есть осада дает им бонус к обороне. Или коэффициент, вот хрен пойми. Так. Ладно. Снабжение мы им забили. Мы можем как-нибудь обойти, захватить ключевые города, занять гарнизоны. Так, сторожевые посты. Что у нас? Погоня. Погоня, проникновение в тыл. О, прорыв. Да, давайте берем прорыв. У нас много танков, давайте их расколошматим наконец. У нас танки по прокачанию будут. Пока они в засадах сидят. Мы все это дело обойдем. Ну-ка. Да, замечательно. Походу все нормально идет. Даже несмотря на их засады. Все прекрасно.
28%. Что-то я не вижу, чтобы они какие-то потери несли. А, ну вот смертоносность, которая позволит их расквашматить. Ну, я войска как бы терять не хочу. О, авиаудар, уничтожение танков. Да, берем. Без вопросов вообще. Тут засада не засада, против авиаудара она как бы особо-то и не поможет. Давайте. Вы что, с дуба рухнули? Ладно, отказаться. Неохота самолетики терять. Так. Тут нам не удалось, ладно. Защищенный фронт. Давайте создадим. А вот и потери первые пошли. Начались сражения возле фронта крупные. Маневры закончились. Эй, а их танк? Что за беспредел? Так, мирные переговоры. Какой белый мир? Сдаться, так. Предложить мир, политическая победа требуется, так. Назвать государственный строй России, страны Финляндии, уничтожить блок страны Финляндии. Ага, тут мы можем походу выбрать. Получить области. Так. Так. Ага, требуется счет 100%. Ладно. Высокий уровень воинственности. Нормально. Это же хорошо, да? Что у нас высокий уровень воинственности. Так, давай добавим солдат. Ага, то есть видите, если нас нападут с другой стороны, нам придется войска перебрасывать туда-сюда, это время займет. Так. Захватить дороги. Погоня. Проникновение в тыл. Чистое небо. Подавление ВВС. Давайте разберемся с их ВВС. Тогда мы уже, думаю, сможем авиаудар нормально нанести. Засады их, не засады. Вот авиация их наш, их нам мешает. Давайте, тащите. Прогноз позиции, 8-е место. Ладно. Да давайте тащите, вы что с дуба рухнули? Неужели двумя самолетами победа? Хотя... мы немножко, так сказать, я думал, что проиграем. Надо было на танке это все-таки сделать, да? Атаковать. Так. Проникновение в тыл. Стихийное наступление. Военный счет для победы. Давайте все-таки проверим насчет танков. Может, все-таки нормально сработает. Давайте, так. Так, там голосование прошло в стране. Финики, финики, откуда-то танк подогнали. Смотрите. Редиски злобные. Ну давайте, уничтожьте их танки. Вы должны сделать это. Войска подтягивают, смотрите. Ну ладно, воюйте пока.
Так, надо подождать, пока проекты, наверное, закончат. Устранить полный же. Добавить рынок. Собственный рынок мы еще раз добавить не можем. Это Беларусь. Сербию добавим. По одной монетке туда, ну. Да. Так. Во, в Италии мы неплохо, так сказать, работаем. Ладно. Нормально. Что у нас там с боевыми действиями-то? Танки пока уничтожаться не хотят. Сколько времени-то уж прошло? Давно пора. Давно пора бы, давно пора бы. Индонезия. Ну зашибись, где мы, где Индонезия, собственно говоря. Китай и Монголию хочет, походу, захавать. Ну пускай воюет там. Папуасия какая-то. Это нам не имеет значения. Ну, один танк вы уничтожили. С горем пополам. Да. Походу нам надо здесь что-то обновить. Мощное такое предпринять. Так, смотрим. Тоже в засадах сидеть. Ну а смысл какой? Наступаем-то мы. Так, наступление фронта. Давай, готовь. Пора бы уже с финиками покончить. О, сюда пятерку набрали. Так. Улучшить отношения. Да. Что, выполнили? О, танки сняли. Захватить дороги. Давайте захватим. Так. Так, 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 так. Нет, нам самих с деньгами полная же творится. Они сами начали. Ну давайте, захватывать уже. Сколько можно. Так. Гарнизоны займите. О, у них танков нет, у них штраф будет к обороне. Это хорошо. Так. Возможно... Ага, то есть это у нас не съедает деньги. Ладно. Экономика. А, экономика, экономика. Управление, трудовые кодексы. О, модернизация экономики. Где бы нам еще денежку за счет чего получить-то? Цифровая бюрократия. Так, сельское хозяйство. Модернизация, счет плюс. Да, берем модернизацию экономики. Инфраструктура. Опа. Закрыть. Погнали. Так, инвестиции. Ну давайте уже заканчивать эти войны. Ага, у них нет боевых единиц, и они проигрывают поэтому. Отлично, нам еще надо 20%. За счет чего мы можем их набить?
стихийное наступление. Можем войска там сильно потерять. Это нам не надо. Чистое небо давайте пока. Самолет из... я не знаю, что делать. Что нам делать, что нам делать? О, погоня. Норм. Ох ты, какие-то сообщения. Так, ядерный удар. Северная Корея, Южная Корея. Так. Ну хоть не на нас. Ну хоть не по нам, как говорится. Так. Антидемократическое сотрудничество. Так, обеспечивает экономический бонус авторитарным и тоталитарным странам. Так, ладно. Не до этого нам сейчас. Надо начинать судить в Саудовской Аравии. Южная Корея воюет, Северная Корея, пофиг. Нам бы тут войну быстрее закончить. Уже, так сказать. Экономикой заняться вплотную. Да. Националистическое движение. Тьфу, это не наше. Греческие амбиции достигли своего пика. В последнее время возвращение древних греческих территорий стало самой популярной темой для разговора. Пускай. Победа. Нам совсем чуть-чуть надо еще очков. Последнее наступление. Да. Пора. Пора. Как бы нам расходы-то уменьшить? Блок, армия, биржевой рынок. По биржевому рынку расходы падают потихоньку. Вроде как. Так, вроде как. Казань, ну чуть не нравится Казань. Все ж норм. Вон, решительная победа. Так. Белый мир нафиг. Мы не для этого воевали. Так. Получить область, освобождение. Область хотим получить. Так. Отлично. О, сразу в плюс вышли. Так, норм. Во, войны. Это хорошее дело для экономики. Если мы побеждаем, захватываем нормальные страны. Так. О, и Казань сразу успокоилась. Улучшить, модернизировать. Что там вы хотите? Улучшается. Сразу Казань угомонилась, что мы победили. Японский блок уничтожен. Союзники, видать, все вышли. Высокий уровень воинственности Иран. Высокий уровень воинственности России. То есть население. Так. Ладно, на этом серию закончим. Воинственность, наверное, потихоньку снизится. Народ-то на нас не агрился. Я так понял, что если мы сильно будем чудить, то он примет меры. Что ж, всем пока.